Интересно, а была ли я маленькой девочкой? Любопытно, а осталась ли я тем же милым, изящным ребеночком? Ах, когда я была маленькой, когда я был маленьким. Да, так называется концерт, на который мы сейчас пойдем, попоем и повеселимся. Айда, ребячица! Так, ну да, киселя, компота нет. Что за детский сад, а? О, а вот утренник репетируют. Хорошо, молодцы. Штук. И если потрясти ее, ты слышишь стук. Ольга, как воспитательница камерного хора, скажите, есть что-нибудь общее между группой в садике и вашими подопечными? Те же самые дети, только уже которые выросли. А я считаю, что веселые песенки и открытость к миру. И это тоже, конечно. А чьи песни мы услышим на представлении? Мы услышим песни Елены Попляновой, нашего челябинского композитора. Стихи тоже наших челябинских поэтов. Шилов, Николай Шилов. И много других очень интересных авторов. Замечательно. Вот рисунки средней группы «Солнышко». А это лепнина. Она из пластилина. А это люстра. Не подделка, а подлинник. А это букет. А в садике дают на полдник омлет. Утренников в органном зале «Родина» много, но самый интересный состоится 24 января в 12 часов. Камерный хор имени Валерия Михальченко, когда я был маленьким. Приходите. Ну а сейчас сон час.